приготовим легкий кефирный пирог. Для этого нам понадобится кефир, 900 грамм. Обычно я делаю на пол-литра. Сахар, каждый пол-литра 2 столовые ложки. Ложка соли чайная, 2 ложки соды, 100 грамм масла сливочного и мука. Топливаем масло, добавляем кефир. Все сухие ингредиенты соединяем в отдельной мисочке. Но муки нам неизвестно, сколько понадобится. Тесто должно быть как очень густая сметана. Добавили сливочное масло в кефир и перемешиваем. Чем жирнее кефир, тем лучше. Все перемешиваем сначала, все жидкие ингредиенты. А потом добавляем все сухие. Доводим до состояния очень густой сметаны. Оставляем на час. Тесто должно постоять. Начинка у нас будет из обжаренного лука с фаршем. Пирог можно класть сладкую начинку, мясную, грибы, все что угодно, капусту. Очень вкусно получается. Цвета, чтобы пирог был более красивый, а еще помажу желтком. Почти готов уже пирог, и сейчас я его помажу куриным желточком и отправлю еще минут на 5-6, и он будет очень красивый. Вот такой замечательный пирог. Такой невысокий. Еще разрежем, посмотрим. Такой горячий, еще красавец, очень вкусный.